Так, мы сделали пару апгрейдов, я потряс рукой. Трясешь рукой, тебе начисляются шаги. Надо придумать изобретение для того, чтобы телефон трясся. Так, я уже потратил 5000 гемов на апгрейд человечка, но он еще не апгрейдился. 6, надо 7000 гемов. Что это имеется в виду? Смотрите. Остался один гем проапгрейдить его, но у меня еще нету. Еще не накопился, не зачислился. Нужен еще один гем. Нужен еще один гем. Надо потрясти еще рукой. Так, потрясли немного рукой. И сейчас мы сделаем апгрейд. Заходим в Чебурашку, нажимаем плюсик и один максимум. Есть, есть. Хоп, апгрейд. Ну давай, level up. А, так, ты готов к апгрейду, но у меня нету 1000 волкинов. Ага, 1000 волкинов я могу накопить, участвуя в соревнованиях. Но покупать я точно ничего не буду. Будем участвовать в соревнованиях. В соревнованиях пока мы участвовать не можем. У меня не накопилась энергия. Нету энергии. Как долго накапливается, не знаю. Где она тут напишется? Давай, кто знает, напишите в комментариях, как долго ее накапливать. Так, здесь я вот, в принципе, если я 10 раз выиграю, я один раз выиграл, мне надо еще 0,9 раз выиграть. 0,9 раз. Так, где у меня волкины? О, кстати, а почему не засчиталось? А, вот, засчиталось. 0,1 волкин. Угу. Значит, один волкин получил, можно сделать апгрейд. Нормально. Дальше трясем рукой. Уже 5 километров натрясли.